Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 онлайн, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаем на вопросы и, главное, дарим денежный бонус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрчидо, и, ребятушки, сегодня у нас битва ров GTA 5 онлайн. Ну, какой сеандр, пацаны? Итак, ребята, нас ждет сегодня пирс, который мы будем грабить. Наша задача за 180 секунд удать как можно больше хороших тачек, желательно дорогих. Поэтому, как бы говорится, время пошло. Давай, давай, поехали. Поехали. Эй, ты тёлочь сбил! Не знаю, ты не был. Так, что тут есть? Так, глаза разбегаются. Волтики. О, забираю. По любасу. Первый забрал. Волтик? Ух ты жопа. Кстати, я ничего подобного больше не вижу здесь. Ну да, мне нравится. Ой, красавчик. А, не сбивай только байки. Да, желательно. Так, ну, слушай. Что еще есть? Я вот это заберу, вот это вроде себя неплохо показывало. Ой, я вместо машины припарковал свой байк. Ах ты жопа, я только сейчас заметил. Ой, сорян, она такая резкая, я просто не еще. Слышь, ты резкий. Я еще просто не привык к ним, братан. Все нормально, не обессудь. Обессудь? Я так, уже машина такая. Ну, машина-то может быть и не очень, но все равно такое себе. Так, ладно. Что еще? Вот это хорошо для дерби. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И это дорого еще. Почти 6 лямов. Так, ладно. Что-то я смотрю, в городе читов мало стало. Что-то да. Прям вообще. Но трафика здесь дохера. Так. Да, ты его забрал, да? Па-па-па-па-па-па-па. Ну, Бугатю заберу тогда. На самом деле-то машинки-то не сказал бы, что топовые. Такое ленивое ну, все. Ну, типа. Ну, раньше это было топчик, прям. Ну, как помню. Минимум, это дорого все. Ну да. То есть, как минимум, в этом плане можно разбирать и разгребать. И, наверное, тебя заберу. Блин, я, ну, кстати, я сегодня по Бугатти, понял? Ладно, тогда лучше этот экспо заберу. Я что тоже ж, думал про него, но... Попадать. Но ладно. Ёпт! Нормально, не врезался, я думал врежусь. Так, время еще есть, ребята, работаем, поэтому не расслабляем булочки. Там, кстати, Аполло. Я, наверное, лучше... Так, Оникс заберу, да. Ладно, надо же на чем-то прыгать. F60. Ага. Ну, блин, на самом деле F60 это Магера One, это плюс-минус две одинаковых тачки. Ну, по цене, да, там и ну, и вообще по характеристикам, как бы, я думаю, да, они да, более-менее да. Такие, знаешь. Я не знаю, что забирать. Я не хочу Агеру забирать. Я, наверное, вот эту заберу. Она подороже, кстати, но не знаю, лучше она или нет. И, короче, у нас остается, кстати, еще где-то секунд 40. Я еще успею сделать заезд, уж. Ну, там, чувак, там машина осталась, понимать, да, всего лишь? Да, maybe. Аполло. Аполло это хорошо. Аполло это хорошо, но, как говорится, не... Пропадать же добру и Агера. Агера. И вот почему я не хотел ее брать. Одна всего одна осталась. Да, это последняя вроде. Может быть где-то, конечно, есть. Все, 20 секунд остается. Ой, красавцы, то, что тормозите, не приходится мне об вас свои машины коцать. Я их сам покоцаю об свои же, которые угнал, да? Ладно, ребят, у нас здесь просто какая-то суматоха. Давайте разгребем всю эту кучу и посмотрим, у кого что. Давай. Короче, ребят, давайте посмотрим. На самом деле подборка очень хорошая. У Ванька здесь Bugatti, Voltic, Mazda Furia, Bentley Exp, Ferrari F60, Apollo и Nissan Titan. Это было, кстати, жестко. У меня здесь Lambo, Agera, Koenigsegg, Onyx, Bugatti и Гелик. Ну, слушай. Ну, жестко. У кого больше Bugatti, тот и победил, я думаю. Но это не точно. Ребят, пишите в комментариях, а вот чей автопарк дороже. А мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ну, а мы сейчас выбираем тачку и идем на прожект трамплина. Итак, друзья, у нас здесь Ferrari F60. Это неожиданно. У меня Onyx. Onyx в свое время прыгал. Вроде прыгал хорошо, но насколько не знаю. Ой, ты лень прям. Что-то да. Короче, ошибся. Пыжевоз. Давай, лети уже. Лети, порхай. Идеальный прыжок, кстати. Пыжопель, да. Слушай, ну лечу на самом деле не not bad. Ты где? Ну, я тоже относительно. Ну, я вижу тебя, но ты девчонка, наверное, плюс-минус. Да и настройщик, братан. Настройщик, да, да, иди работай, правильно, как и девчонок. Так, ну я приземлился, врезавшись в отель. То есть ну, такое себе. На шоссе или что-то. Около ФБР, короче. Вижу. Ну да, ребят, это мой балл, 100%. Оникс улетел хорошо. Погнали дальше. Итак, друзья, у нас дерби до двух побед. Погнали. Давай. Так.
Ага, ты что, шлифуешь? Ну... Да, ну это у тебя. Да в смысле? Ну вот, уже похоже на правду. Да в смысле? А с каких пор у нас дива шлифовать стало? Оно же нормальное было. Ну, воу-воу-воу, видал? Ты как так сделал? Видал, красиво-то как было. Да, это красиво, это было красиво, не спорю. Я и спрашиваю, ты как это сделал, слышь? Ёпт, чуть сам не улетел, если честно. Так, да, ну... Да ёпт, это давай мы как-нибудь разойдемся уже. Ну, в суде разойдемся. И начнем все по новой, давай. Иски за... Испорченные машины! Да ты достал уже, ты уже должен был расчехлиться 200 раз. Ты должен был. Так, ну, что-то дерби затягивается, я предлагаю тебе до одной победы. Не, но... давай до двух. Я всегда как говорю, обычно соперник сливает, мне это нравится. Ладно, давай второй раунд. Это, знаешь, это тактика, этот прессинг чисто мозговой такой. Мозговой прессинг у него. Блин! На тебе мозговой. Ага, нормально? Почти, нормально? Почти, почти. Нормально. Так, всё. Ладно, поехали. Последний раунд, гоу. Просто Фурию нельзя как бы упускать из виду, то, что она плоская собака такая. Вот да как это было? Собака. А! Да. Это было неожиданно, на самом деле, что ты сполз так вниз. Ладно, ребята, это была тяжелая битва. Балл забираю. У нас, в общем-то, сколько? 2-0, получается. Идем дальше. Итак, друзья, у нас здесь Бугатти против Сиана. Это интересно. Раз, два, три. Очень страшная Бугатти, на самом деле. Охренеть, вы где? Ну, ты ушел, да. Намного, ёпта, да, я, намного. Я улетел. Я вижу. Хорошо, давай, земля в иллюминаторе тебе, все дела, как да, говорится. Да. Ладно, друзья, плюс один балл на мой счет, погнали дальше. Итак, друзья, прыжок Веры через ветряки против Волтика. Это будет сильно. Надеюсь, повезет мне. Ну, я как минимум быстрее, но... Ай! По хребте ни за что, ёпта. Повезло. Ну... Я по хребте не получил реально ветряком, прям кончиком. Понятно. Волтик в любом случае, думаю, улетел бы дальше, потому что прям как-то лениво немножко полетел чурочек 17-го года. Но, тем не менее, первый балл для Дони. Погнали дальше. Давай. Итак, друзья, у нас смертельные шашки. Я взял ламбу. И на самом деле, на ней я не ездил уже лет 200, наверное. Поэтому да, посмотрим, что получится. Раз, два, три. Ёптыщ. А ты чё такой овощ? Ёбнусь! В смысле? Не, может быть, они нормальные, просто мы привыкли уже к этим быстрым машинам, понимаешь? А, ну да, кстати. Ты дебил вообще, мужик. Мужик остановился, вышел из машины, дверь открыла, ему дверь херам снес. Да, есть такие. Там не в жилете был ченнел, нет? Нормально? Не, лысенький какой-то дурачок, вроде. Охренеть, обычно, ну... Они быхают сразу. Сколько едешь, кстати? 200. 350 по прямой лечу. 350, а чё? Наркоман, что ли? Ну да, есть немножко походу. Клей нанюхался вон и рулю. Жестко. Ну, кстати, что-что, у него вроде стабилизация, устойчивость какая-никакая есть. Но разгоняется она прям вообще лениво. Так, мужики, разъехались. Ты дебил, что ли? Что было? А, у меня бот метров на 5 в воздух поднялся, короче, открылась дверь, вылез мужик, и на него машина потом упала. Серьезно? Просто это этот, вызывайте охотников за привидениями, это реально. Да. Я смотрю, ты там вообще чилишь, да? Да, я еду очень спокойно. Понятно. Мне не хватает разгона. В целом машина неплохая. У меня на самом деле Bentley норм в плане разгона. Вау! Я по менту там проехался, что ли? Чего мне дали-то звездочку? По менту? Походу, я так летел, ты доехал только. Да. Ну, блин, на самом деле не скажу, что прям все очень плохо, просто ламбе реально не хватает разгону с места на нитро, хотя она едет, ну, так, более-менее терпимо. Ладно, ребята, второй балл для Дони, погнали на финальное испытание. Так, друзья, финал! Здесь Nissan Titan против Гелиндосика 63-го. Кстати, обе машины хороши. Может быть. О-о-о-о, ёптыщ. Я врезался очень больно. Так. Со смертью играю. Но я поеду, да, нормально, повезло мне. Так. Куда это я? Так. Я поехал в гору. Для тех, кто не в курсе, напоминаю правила. Мы не можем, получается, газовать либо тормозить. Мы можем только выкручивать руль влево-вправо. Ну, да. На самом деле, я только что в елках так жестко остановился. Если бы рулем нельзя было крутить, я бы, наверное, там и остался. Так, ладно, кубарем залетаю. Чайки летают. Или кто ты? Кто ты?
Кто ты? Горный осел Орел. А он тебе тоже. Кто ты, я? Кто ты? Ты чего не знаешь, да? Кто ты? Ты где там? Я еду еще. Красиво бежать деревья. Скорость 140 на радаре. Хорошо. Какой, мать твой, радаре? Как и... Ты си... Блин, ну я только я так мог застрять. Э, в смысле? У меня дверь была под колесами, я не мог повернуть. Чего? Прикинь? Ты охренеешь, когда... Ну так нечестно, я вылез, и он вылез из двух деревьев. Короче, я между двух сосен застрял, прям посерединке, понял? Да. Просто залетел, грубо говоря. Титан доезжает, Титан... камбэк. Да, доехал неплохо. Да, кстати, ребят, камбэк у нас 3-3. Ну и, в общем-то, остается балл за стоимость. Пишите в комментариях именно вы, как вы думаете, кто в этой серии победил. На самом деле, просто иди, посмотри, как я застрял. Это просто мега тупо. Как между двух сосен. Просто как можно было так застрять? А где? Где машина? Где? Где машина? Где моя машина? А где сосны-то? Мою машину шпыждили. А где сосны? Не знаю. А, вот она, господи. Я думаю, где моя тачка? Ну, кстати, я когда вылез, она немножко вправо уехала, я прям между ними застрял. Что ж, друзья, вот такая серия. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписку, не забывайте оформлять на наш канал. И ссылочки все в описании. Будем рады всем. Видео выходит каждый день, поэтому, как говорится, до скорых встреч. Пока.